Так, всем привет! Сейчас вам расскажу, как приготовить такой вкусный, сытный тортик. Он очень вкусный. Для начала мы покупаем бисквитные коржи, либо шоколадные, либо обычные, молочные. Вот. Ну и в прослойках вы добавляете, что хотите. У нас в первом, вот в этом слойчике, у нас там обычное сливочное масло и сгущенка. Все это перемешиваем миксером, и получается вкусная арахисовая паста. Вторая прослойка, та же самая начинка, но только еще туда натираем банан. И получается вот такой вот вкусный, большой, сытный торт для гостей. Даже на день рождения такой подходит. Занимает очень мало времени. Ну и потом оставшаяся начинка. Вот, кстати, у нас тут начинка. Уже с перетертым бананом. Немного здесь вот осталось. Мы ее добавляем по сверху. И натираем чем угодно. Можно добавить киви и также разнообразные фрукты. Вот такая вот прикольная пюрешка, можно так сказать. Ну и торт очень быстрый, сытный. Всего мы его сделали за 5 минут. Всем пока. Спасибо за внимание.